Впервые, насколько мне известно, католический священник предложил подобный молитву в 1500 году. Это 19 век. Потом в 1908 году англиканин Пол Уотсон предложил делать это между праздниками кафедры Святого Петра 18 января и днем обращения Святого Павла 25 января. То есть это как раз те апостолы, которые считаются самыми заслуженными, самыми главными апостолами. Молиться вместе с ними. Ой. И таким образом, с 18 января эта неделя стала молитвой. Была принята прежде всего в Сербии выборы англиканами и католиками. Ну, да, молитвы, то есть католики предложили, англиканы казались именно на Иссаты, что до этого был как-то любил этот. Но по-настоящему психирован это стало в 1908 году, когда было предложено уже католиками и англиканами Всемирный Совет Церкви, и Всемирный Совет Церкви это поддержал, и тогда это стало уже неделя всемирной инициативой. Молитвы уединения крестьян. Принес, ведь молиться забыл все иные, как я одета. Просил читать эту. И в этом тему сегодня читали эту, которая в Евангелии. Поэтому молитва единства, несмотря на все наши человеческие разделения, мы хоть как-то стараемся выполнить эту волю Христа. Достаточно, но раз об этом я раньше через людей в Москве был. Да, 25 числа, как раз. А спевка стараемся говорить. Конечно, недостаточно. Но это хотя бы то, что дает нам толчок. Вот это вообще литургический код католической церкви, православной церкви, только протестантов есть в этот момент именно литургического года Коскресенского. Зачем? Что напоминает нам какие-то истины, которые иначе просто убегают, то есть убегают от нашего внимания, а здесь это вот это напоминание о том, что надо быть единым, и так же, как испытание совести. А что я за последний год сделал для этого? Понятно, что не стоит становиться только так. Но это пусть будет тем фундаментом, который всегда позволит от него оттолкнуться, чтобы идти вперед.